Hi guys, welcome back to Junris Blogger Gear. So for today's video reaction, let's go to one of our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, and this is absolutely incredible story, the forgotten feat of the Soviet inspector man, the legend of Jibril. And credit to the owner also with the video suggestion, I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button. Click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos, that interesting video one that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video requests. I really like and appreciate with Russian videos because there is something story that they can tell and appreciate with those people who did a fantastic job. Incredible things in protecting their country. And there is a story that you can really inspired and motivate with, because the Russian people, the Soviet, the USSR, when they did something for their country and for their homeland, it's giving you a history that going back how Russian fought for their country, stand for their country. And that's truly an amazing and magnificent story that we can always discover and learn and give something inspiration with. And we have to listen to this story, an interesting one. And I really want to hear also with you at the comment section, what are your thoughts with regards to this video. Thank you to turn on the CC down there for your Russian, English, or whatever language that you want to choose. Enjoy with this one, guys. Привет and спасибо to all of you. Ранней весной 1966 года в кабинете генсека Леонида Брежнева раздался звонок. Звонил министр иностранных дел и сообщил о визите в СССР президента Франции генерала Шарля де Голля. Высокий гость выразил пожелание, чтобы среди встречающих его в Москве находился его друг и соратник, проживающий в СССР Армад Мишель. «Ну и что?» – спокойно спросил генсек. «В чем проблема-то?» «Нет такого гражданина в СССР», – упавшим голосом ответил министр. «Не нашли, Леонид Ильич». «Значит, плохо искали». Брежнев бросил трубку, нажал какую-то кнопку и велел поискать хорошо. Армада Мишеля искали в республиках, краях и областях, подключив КГБ. Но не было в СССР человека с таким именем и фамилией. Назревал скандал. Одна из машинисток не без колебаний сообщила, что 3 года назад ей вроде пришлось один раз напечатать это имя. Документ предназначался лично Никите Хрущеву. Срочно поехали к Хрущеву, который безвыездно жил на отведенной ему даче. 72-летний Хрущев вспомнил сразу. Ну, был такой чудак из Азербайджана. Во время войны у французов служил в партизанах. Так вот, эти ветераны французские возьми и пошли ему 100 тысяч долларов. А этот чудак возьми и откажись. Но я и велел его доставить прямо ко мне. И прямо так, по-партийному ему сказал. Нравится, мол, мне, что ты подачки заморские не принимаешь. Но с другой стороны, возвращать этим капиталистам деньги обидно как-то. А не хочешь ли ты, брат, эту сумму в наш фонд мира внести? Вот это будет по-нашему, по-советски. Он и внес, расцеловал я его, потому как хоть и чудак, но сознательный. Я чего про фонд мира толдычу? Поднимите финансовую отчетность и найдите его. Вскоре правительственный кортеж из нескольких автомобилей отправился на север Азербайджанской республики, в город Шеки. Оттуда по ухабистой узкой дороге к маленькому селу под названием Ахут. Время было вечернее. Кортеж подъехал к скромному домику на окраине села. Уже знали, кого именно искать. На крыльцо вышел сельский агроном 47 лет, небольшого роста, и что необычно для этих мест, русоволосый и голубоглазый. Его обступили чиновники и торжественно объявили, что он должен срочно лететь в Москву. Он ничему и никому не удивился и ответил, что куча дел, мол, некогда ему. Тогда назвали имя де Голля и изложили суть дела. Этой же ночью Ахмедия Джабраилов, именно так его звали в миру, он же один из самых знаменитых героев французского сопротивления Армад Мишель, вылетел в Москву. На следующий день, одетый с иголочки, он встречал де Голля во Внуково 2. Наш герой в детстве и отрочестве ничем, кроме своей внешности, не выделялся. Закончил сельхозтехникум, началась война. Он записался в добровольцы, а попав на фронт, сразу же попросился в разведку. «Почему?» – спросили его. «Потому что я ничего не боюсь». Его осмеяли прямо перед строем. Из первого же боя он приволок языка. Солдата на голову выше и в полтора раза тяжелее себя.
За это его наказали, тем более, что рядовой немецкой армии никакими военными секретами не обладал. От законных солдатских 100 грамм перед боем он отказался. Любви окружающих это тоже не добавило. Однажды его застали за изучением русско-немецкого словаря. «В плен, что ли, собрался? Разведчик должен знать язык врага», — пояснил он. «Но ты же не разведчик». «Пока», — сказал он. Его биографию тщательно перелопатили, но немецких следов не обнаружили и на всякий случай вычеркнули его фамилию из списка представленных к медали. В мае 42 года в результате безграмотно спланированной военной операции батальон, в котором он служил, почти полностью полег на поле боя. Но его не убило. В бессознательном состоянии он был взят в плен и вскоре оказался во Франции в концлагере Монгабан. Знание немецкого он скрыл, справедливо полагая, что может оказаться шестеркой у немцев. В концлагере он стал помогать уборщице француженке Жанет, таскать за ней мусор и попросил ее научить его французскому языку. «Зачем это тебе?» – спросила она. «Разведчик должен знать язык союзников», – пояснил он. «Хорошо», – сказала она, – «каждый день я буду учить тебя 5 новым словам». 25, – поправил он. «Не запомнишь», – и она засмеялась. Он ни разу не забыл ни одного слова. Затем пошла грамматика, времена, артикли, и через пару месяцев ученик бегло болтал по-французски. А потом он придумал план. Простой, но настолько дерзкий, что его удалось осуществить. Жанет вывезла его за пределы лагеря вместе с мусором и отправила в лес к французским партизанам. Там его определили в разведчики. В рядовые. Через 4 ходки на задание его назначили командиром разведгруппы. Еще спустя месяц, когда он спустил под откос товарняк с немецким оружием, его представили к первой французской награде. Чуть позже ему вручили записку, собственноручно написанную Шарлем де Голлем. Она была предельно краткой. «Дорогой Армат Мишель, от имени сражающейся Франции благодарю за службу». И подпись «Ваш Шарль де Голль». Кстати, о псевдонимах. Имя Армат он выбрал сам, а Мишель – французский вариант имени его отца Михаил. Все это время он продолжал совершенствоваться в немецком языке, обязав к этому и своих разведчиков. И вскоре стал практиковать походы в тыл врага в формах немецких офицеров и солдат. Особое внимание уделял немецким документам. Задание получал от своих командиров, но планировал их сам. За всю войну не было ни одного случая, чтобы он сорвал или не выполнил поставленной задачи. Позже он получил свой первый орден – крест за добровольную службу. Через 2 дня в форме немецкого капитана он повел небольшую группу разведчиков и диверсантов на сложное задание. Надо было остановить эшелон с 500 французскими детьми, отправляемыми в Германию. Он уничтожил охрану поезда и вывез всех детей в лес, но себя не уберег. Несколько осколочных ранений и потерял сознание. Он пролежал неподалеку от железнодорожного полотна почти сутки. В кармане покоились безупречно выполненные немецкие документы, а также фото женщины с 2 русоволосыми детьми, на обороте которого была надпись «Моему дорогому Хайнцу от любящей Марики и детей». Армат Мишель любил такие правдоподобные детали. Он пришел в себя, когда понял, что найден немцами и обыскивается ими. «Он жив», — сказал кто-то. Тогда он изобразил бред умирающего и прошептал что-то сентиментальное, типа «Дорогая Марика, ухожу из этой жизни с мыслью о тебе, детях, дяде Карле и Великой Германии». В дальнейшем рассказ об этом эпизоде стал одним из самых любимых среди партизан и остальных участников сопротивления. А спустя 2 года прилюдно во время дружеского застолья де Голль поинтересуется у нашего героя. «Послушай, все время забываю тебя спросить, почему ты в тот момент приплел какого-то дяди Карла?» Армат Мишель ответил фразой, вызвавшей гомерический хохот и тоже ставшей крылатой. «Вообще-то я имел в виду Карла Маркса, но немцы не поняли. Но это было потом, а в тот момент его отправили в немецкий офицерский госпиталь. Там он пошел на поправку и стал без всякого преувеличения любимцем всего своего нового окружения. Капитана немецкой армии Хайнца Макса Ляйтгеба назначили ни много ни мало комендантом оккупированного французского города Альби. Это исторический факт. Он приступил к выполнению своих новых обязанностей. Связь с партизанами наладил спустя неделю. Результатом его трудов во славу Рейха стали регулярные крушения немецких поездов, массовые побеги военнопленных, преимущественно советских, и масса других диверсионных актов. Спустя 1/2 года он был представлен к одной из немецких воинских наград, но получить ее не успел, ибо еще через 2 месяца, обеспокоенный его судьбой де Голль, приказал Геру Ляйтгебу ретироваться. Генерал понимал, что долго веревочки не виться. И Армат Мишель снова ушел в лес, прихватив с собой заодно языка в высоком чине и всю наличность комендатуры. А дальше личное знакомство с де Голлем и победный марш по улицам Парижа. Войну он закончил в ранге национального героя Франции, кавалера креста за добровольную службу, обладателя высшей военной медали Франции, кавалера высшего ордена почетного легиона. Венчал все это великолепие военный крест.
высшая из высших воинских наград Французской Республики. К 1951 году Армад Мишель был гражданином Франции, имел жену француженку и двух сыновей. Имел в Дижоне подаренные ему властями автохозяйство, небольшой завод и ответственную должность в канцелярии президента Шарля де Голля. И именно в этом самом 51-м году он вдруг вознамерился побывать на родине в Азербайджане. Де Голль вручил ему удостоверение почетного гражданина Франции с правом бесплатного проезда на всех видах транспорта. Его основательно потрясло МГБ, бывшее НКВД, предтеча КГБ. Почему сдался в плен? Почему на фото в форме немецкого офицера? Как сумел совершить побег из концлагеря в одиночку? И так далее, и тому подобное. После чего его сослали в село Охуд и запретили покидать это место. Все награды, письма, фото, даже право на бесплатный проезд отобрали. В селе Охуд его определили пастухом. Спустя несколько лет смилостивились и назначили агроном. В 63-м году после 100 тысяч, что он отдал в пользу фонда мира, Хрущев распорядился вернуть ему личные документы и награды, кроме самой главной – военного креста. Он привез эти награды в село и аккуратно сложил их на дно старого фамильного сундука. После встречи с Деголем он не стал пользоваться услугами товарищей. Сам уехал в аэропорт, купил билет и отбыл. Спустя несколько дней к его сельскому домику вновь подъедут автомобили. Но на крыльцо поднимется лишь один. Мужчина лет 50 в диковинной военной форме. Это руководитель Министерства обороны Франции, да еще когда-то его близкий друг и подчиненный. Они будут обниматься и хлопать друг друга по плечам. Затем войдут в дом. Но прежде чем сесть за стол, генерал выполнит свою официальную миссию. Он вручит своему соратнику официальное письмо президента Франции с напоминанием, что гражданин СССР Ахмедия Микаил Оглу Джабраилов имеет право посещать Францию любое количество раз и на любые сроки за счет французского правительства. А затем генерал вернет Армаду Мишелю военный крест, законную наградную собственность героя французского сопротивления. Армад Мишель стал полным кавалером всех высших воинских наград Франции. А в 70-м году с него был снят ярлык невыездного, но прошагать на военных парадах Франции ему ни разу не довелось. Он погиб 10 октября 1994 года в Шеке в результате автокатастрофы. Ахмедия Джабраилов похоронен на кладбище села Охуд. Интересно, снимут ли когда-нибудь по этой истории художественный фильм? Или пусть мутанты и миллионеры продолжают спасать нашу планету от вселенского зла? Wow. That was truly a magnificent like a story and so interesting that no matter how or where these people from Russia or the Russian, they really are capable of doing things in the right way, that they really want to protect someone's country. And that's truly, I really love and enjoy watching with this video, because even like the when he was in France, he just like a lot of the French government giving him the special award because of what he did, and even in his country and going back. And that's truly interesting. I really enjoyed, because there is something that you can learn from the video of how these people doing the right things just to protect their country. People know, recognize of their honor of how they protect their country. And this is truly incredible and amazing video. And I really want to hear also with you guys at the comment section, what are your thoughts with regards to this video? Because I really want to listen with you and hear with you at the comment section. Thank you so much. So interesting. This is amazing video that you can learn something about it. And thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also to my channel. This is Junris Blagadagre acting Stambles of Positive Guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much for Vietnam Spasa Bato or Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. And see you in my next video reaction.